Приветствую, дорогие друзья! Рад снова обратиться к вам. Меня зовут Александр Казмирович, я руководитель Межцерковного движения «Христиане Европы». Сегодня особенный день для меня и для большинства из вас – день рождения Иисуса Христа. Он родился во время оккупации Израиля, но уже после рождения собрал возле себя людей разных сословий и даже ангелов. Он объединил всех тех, кому важен Бог и Его Слово. На протяжении Его земной жизни к Нему приходили ортодоксальные евреи и язычники. И даже таким разным у Него всегда находилось Слово. Одни из важнейших слов, сказанных Христом, были такие слова. «Потому узнают, что вы Мои ученики, если будет между вами любовь». С тех пор ученичество базировалось на разных основах – догматике, традиции и образовании. Все это, безусловно, в хорошем смысле важные вещи. Но самой бесспорной основой является любовь между учениками, потому что Бог есть любовь. Любовь побуждает людей служить друг другу. И мы благодарим Бога, что в нашем движении появляются люди из разных церквей, разных стран, говорящие на разных языках, в которых проявляется ученичество Иисуса Христа, любовь между братьями, основой которой является служение Богу и друг другу. Несмотря на различия, в их жизни когда-то произошла встреча с Господом и Его рождение в их сердце. Я безмерно рад, что этими учениками являетесь вы, друзья. Безумный Христа ради, несущий Евангелие и любовь Иисуса Христа, пусть этот день – доброе благоволение Бога в людях, частью которого вы стали, которые призваны распространять, напомнит вам того, кто стал высшим примером любви к людям Иисуса Христа. С Рождеством, друзья!